Я сейчас нарисую. Ну, тут нет героев, и поэтому я не знаю, почему нас обманывают. Ты герой это загадал? Или ты просто так сейчас придумаешь? Вы что им дали перед тем, как рисовать это? От него помощи вообще не стоит ждать. Он сам без помощи. Ну, ты быстрее думай, решай. Я отгадал одно, а ты что-то сделаешь? Ты усложняешь. Никто. Никто. Я просто увижу Климента, спрошу с него. Не сдавайся, Алим. Мы в Next выиграем. Ты, как дотер, должен был знать. На твоей подписи он постарался, пипец. Вот лучше бы над рисунком постарался. Чего вы издеваетесь? Я не издеваюсь. Это искусство. Перед началом этого ролика хотел вам напомнить, что в Телеграме идет большой розыгрыш мерча. Там есть футболки, джерси, плюшевые игрушки, большие ковыки для мыши. В общем, там много чего интересного, так что обязательно переходите туда. Ну а мы с вами залетаем в видос. Сейчас я буду показывать вам картинки, которые сгенерил не искусственный интеллект, а игроки в Dota 2. И вы будете пытаться отгадать, какой же это герой. За каждую угаданную картинку вы можете получить по одному очку. Рамзес 666 и Антарес. Соболезную вам сразу же, честно. Ну это полегче, мне кажется. Вот я, это я полегче? Уверен, или что то, что игроки нарисовали то, полегче? То, что игроки нарисовали. Сейчас, точно полегче? Вам нужно нарисовать. Я сейчас нарисую. Бля, я рисовать не умею. Там пошлый рисунок, люди умеют рисовать? Давайте. Это мой рисунок. Не, ну там логика какая-то есть. Ты герой, палка, ты загадал? Что это значит? Да ты просто так сейчас придумаешь. Ну сейчас придумаю под восклицательный знак героя просто. Ну а чего? Руин пошел. Второму выпуску. Так, следующий. Что можно под восклицательный знак придумать? Героя. Чего? Еще просто три, две по бокам нарисуй. И еще три точечки. И все. Ладно, я беру свои слова назад. Так. Это просто пиздец. Погоди. А что можно угадать-то? Угадать героев из Dota. А где этот герой? Вот это герой и вот это герой. Ребят, нарисовали вам героев. Это не это герой. Три восклицательных знака. Типа пингует. Может, это к Егору? Это пинги такие или что? Волна какая-то. Понял, пару мыслей. Айо. Ну. Я не знаю, что это. Это реально герой, конечно. Ну, тут нет героев, и поэтому я не знаю, почему нас обманывают. Три линии, три точки. Ну, три точки это типа как курса, может быть. Может, он пингует на карту, типа. Это же герой. Это герой. Герой. Это не фишка. Это герой. Герой, хорошо. Ну, не знаю. А почему волна? Может, это морфинг? Давай. Можем уйти отсюда? Ну, игроки ждут. Ну, это же обман просто. Ну, нет, окей, ладно. Вот я не понимаю, что это такое. Ноль людей. Что мне делать дальше? Я думать? Сдаюсь. Нет, я на самом деле достаточно легко. Ну, это Висп, Айо, Огармаг, что там. Ну, я не знаю, ну, три восклицательных знака, это что такое? Должна же быть какая-то отсылка. Должна быть, она и есть. У Мирана? Ну, Рамзес, конечно, нарисовал бы Мирана. Мне кажется, это тот герой, который, по-моему, в жизни не нарисовал. Он боится стрел. А, восклицательные, три восклицательных знака и мид. Ну, и речка, типа мид. Встань мид. На ком Фишман был? На Бэйне? Да. А он на Эсэфе был. Кайлы, не знаю, три Кайла. Да, давай Бэйна вот здесь. Ну давай. Чисто на рандом вообще. Гол? Ну мне просто ничего другого гола не выходит, поэтому волне. Гол морф. Восклицательные знаки только для чего почему? Ну, эпилептик на морфе. Эпилептик на морфе. Я не знаю, что это за ответ. И на первое, и на второе. У меня нет мыслей никаких. Ваня, поможешь? От него помощи вообще не стоит ждать. Он сам беспомощный. А тут просит помощи, знаешь. Давай, рассказывай, спойлер. Ну, в смысле, как вы спойлились? Все, ответы? Первый алхимик. Бэйн первый? Эпилептик на морфе. Угощательный вариант? Да. Ну? Я нарисую Санстрайк. Ой, ну, давай. А я не знаю, как нарисовать Санстрайк. Черным? Я тоже не знаю. Так, еще просто три, две по бокам нарисуй. И еще три точечки. И все. Это Санстрайк, блин? Ну, да. Не, ребят, да! Это не Санстрайк. Это уже виллы какие-то. Так, ну окей, виллы, что можно под виллами подразумевать? Либо Тетис. Марс первый скилл. Копье Марса. Копье Макса. Ну, у него же копье, а не виллы. Ну ты можешь... Можно еще как Аквамен. Аквамен это с Нагой знаком. Или с Флардаром реально. Флардар типа. Сильно. И типа он плывет, да, такой? На виллах. Ребят, ну это Флардар. Ну это ГГ. Вот так. Да. Это не алхимик. Первый Урса. Это не Урса. А, здесь Трезубец нарисован. И вода. Вот, ты его, кстати, я даже не знаю, что это вода. А снизу я думал, это вода.
это отделено, типа. Ну, здесь-то не отделено. И чё? Дедукция. Ну, трезубец и вода. У нас один герой с трезубцем и с водой. Слардар. Слардар? Правда сказал? Нет, херня это полная, типа. Я не вижу тут никакого трезубца, а тут-то что, окей. Ебать, у вас Mind Games. Не настолько вы придумываете. Не настолько все сложно. Не настолько. Это трезубец. Это вода. А, Слардар? Да. Ну ладно. Точно? Еще подумаешь? Нет. Надо было подумать все-таки. Думаешь? Ну, водичка. Трезубец. Слардар. Слардар. Трезубец, водичка, блин. Ну это я подумал, что это волна, а не водичка. Поэтому. Центр может... Рамзес рисовал, на Слардаре бегает. Ну, может быть, да. Вы привет, знак опоздан, потому что Эн написал знак опоздан. Ебать. Я придумал. Ну да, ты. А вы можете угадать? Да ну, улыбочка. Да. Но. А я могу еще тут носик нарисовать. Нарисуй, возьми, вон фломастер. Так вон, полно фломастер. Я представляю, как это будет с носиком. Ребят, ну это Слардар. Ну это ГГ. Вот так. Спасибо. Вроде заебись. Логику поняли. Ну, раз поняли, давай, показывай. Ну, расскажи, что это, раз ты понял. Это однозубец, это... У меня просто даже мысли нет. Ладно, что это? Антиара. Антарес. Огурмаг. Нет, это лодка, это, может, кунка? А, смотри, типа улыбается, но с одним глазом. Да, типа миньон какой-то. Ну, Бристалбек одноглазый. Типа да улыбается нет, и один знаю. Глаз, типа смайлик недорисованный. Не-не-не, мы так ничего не заработаем. У кого один глаз? Почему ты думаешь, что это глаз? Ну, может, это глаз. Просто мне кажется, что это может быть корабль. Ладно, Антарес, на ком Антарес играет? На Течисе. На Течисе. И на Петухе. Теперь еще и на Думе. Ну, я уже дал предположение, если что. Я согласен. Одноглазый герой есть в Доте? Одноглазый герой. Кстати, в Доте, походу, нет одноглазого героя, ты прикинь. Ну, именно прям, чтобы вот посередине глаз был такой, как... Да, есть, или наверное. Есть? Не, погоди, или есть. Какие у тебя варианты, Алим? Никаких. У меня по вариантам... Войд. Войд. Ну, у Войда вообще нету глаз, вроде как, не? Он же безликий. А вот здесь есть глаз, если уже смотреть с этого угла. Но, с другой стороны, это еще может быть... Корабль. Но у меня есть такое чувство, что это, блядь, не кунка. Неужели это улыбка? Нет, или это наоборот, типа, понял? Нос, улыбка и нет глаз. То есть это типа Войд. Это либо Войд, либо Бристалбек. Я больше в Войда верю. Есть. Ладно. Какая-то сложная, это... Сложный ребус. Не знаю. Подсказки есть? Нет. Нет подсказок. Ну тогда давай на кунку заливать. Или еще какие еще есть герои? Один глаз у кого есть. Один глаз? Бристалбек. Ну, я не думаю, что вот Антарес такой сидит и думает, нарисую-ка я Бристалбека, вот я нарисую вот две черточки, и люди поймут, что это Бристалбек, мертвый герой. Ладно, вчера Антоху Дурачева почти показал. Или он показал? Показал. Он в той показал? Я не знаю, проиграли. Не сдавайся, Алим, мы в Next выиграем. Это Кунг. Я хочу просто перелистнуть уже голову. Это будет? Жду от вас ответа. Айо. Где? Какой из них? Оба. Улыбочка. Это улыбочка, но без глаз. Faceless Void? Надо выигрывать Next. Надо выиграть Next. Это Void был. Я говорю. Блять. Так почему? У него же Void же безликий. Похоже было. У него похоже, у него здесь такая черная штучка. Проебали. Напомню, вы хотели все шесть забрать. Да. Ну вот здесь это лицо. Да, это... Чье лицо? Это? Ну это лицо. 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 У кого это такое лицо? Войда. Войда? Вот видишь, ну, Вань... это реальное ну, лицо, да, конечно. Ваня мог вот. Отгадать. Ну да, я сразу понял, типа. Ну, ты просто решила засейвить свои... Ну да, конечно, это, кстати, тоже трезубец, реально, это вот похоже. Это Войд. Сюда! Охуеть, Антарес просто гений. На вайбе. Ладно, пока свои. Я не понял, а ты вот тренировался ради этого? Ради треугольника и палочек? Да. Не, он дал мне просто сделать первым. Я просто первым. Думал. Такую угадай, что это? Давай я подумаю. Кто рисовал? Ямич. А следующий Бопей. Смотри, это либо солнце, но это вроде не солнце. Феникс, это феникс. Ну а почему треугольник, а не круг? Не знаю, как солнце выглядит. Ну это очевидно, это феникс. Это супер очевидно. Типа яйцо? Да. Ну, с этим пирамида. И светит еще в разные стороны, как солнце. Ямич — это феникс. Не, ну это либо феникс, либо это висп, да? Это феникс.
Пирамида у Феникса сет есть. Вот на своей подписи он постарался пипец. Вот лучше бы над рисунком постарался. Я больше скажу, он еще сначала потренировался, на листике порисовал. А, то есть он подпись или рисунок? Нет, рисунок. Есть бумагу? Просто так, потестить. Да, пожалуйста. Чтобы я как бы не взял вот здесь место, что я не умею рисовать. Ну, вы подходите вообще основательно. Ну, здесь надо реально постараться. Ну, или это может быть бруда? Какая бруда? Ну, типа, знаешь... Я тут бруду-то увидел. 6 лап, 7. Это Феликс. Уверен? 100%? Ну, еще есть висп, который виспов раскрутил. А какой у тебя вариант был? Феникс. Феникс? Солнце. Где на Феникс играет. Ну а почему тогда не круг? Не круглое солнышко, а треугольное, блин. Так, имморталка есть на Феникс. Треугольное, ой, да, треугольное яйцо у него. Ну ладно. Это Феникс. Хорошо, это Феникс. 100%? Да. 99%. Досрочный ответ. Феникс. 100%? Да. Ты уверен? Да. Может, еще подумаешь? Нет. Почему оно треугольное? Это, конечно, другой вопрос. Нет, ну вот это уже не Феникс, знаете, сразу. Ну или Феникс, я не знаю, ну зачем он это сказал сейчас? Уверен. Как он мог забайтить? Да ладно, похуй, уверен, Феникс. 100%. Да. Не будешь еще думать? Нет. Можешь на другую картинку сначала посмотришь, потом к этой внешне. Ты прикинь, все специально делали, это реально Феникс. Представь, сколько он подлый после этого. Масоны, египтяне, сверхразум, Рубик. Ты слишком кринжово думаешь. Это более простое. Более простое, треугольник? Да. Светится. Ну, это Crystal Back, может быть, от него шипы летят. Но он не треугольник. Нет. Игроки более простое придумывают. Это очень просто. Ну, и кто это? У меня Феникс. А почему треугольник? У него пирамида. Вообще классный скин. Есть, есть, да. Есть скин такой. Ну, это правильный вариант. Ебать. Это хорошо. Это Феникс. Хорош. Зови после этого видосы. Это правильный ответ. Вот, видишь. Это Феникс. Получаете 1 балл. Всего лишь 1 за досрочный. За досрочный 3 минимум. Минимум трошки. А какой здесь досрочный? Это досрочный. Здесь других героев-то нет. Никто не узнает. Никто. 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 Если он нравится, как рисует Пупин, но вам бы хотелось, чтобы это длилось немножко подольше, то специально для вас на Boosty вышла расширенная версия этого видео со всеми разговорами и рисованиями, которые не вошли в финальный монтаж. Так что переходите туда. Ссылка в описании. А этот Морфлинг, наверное. Что у него маска? Какой Морфлинг? Потому что у него маска, лицо примеряет. Не знаю. Ладно, что на этой картинке? Чел снимает лицо. Чел типа меняет faceless. Маску. Типа фейслесс. Типа меняет маску, либо... Нет, он надевает маску. Видишь, тут написано. Да. Ну, нарисовано, как он надевает маску. Кто надевает маску? Ну, Джаггер в маске ходит. Но он ее не одевает в процессе. Наверное, фишка в этом. Меняет лицо. Маску снимает Джаггер, мне кажется. Кто еще маску может? Давайте о рассуждениях каких-то. Рассуждений нет, ну что, персонаж лицо себе надевает. Маску. Пупей. А какая разница, пупей или нет? Рубик? Ну, это зависит, это может быть какая-то шарада или что-то такое. Зависит, кто еще рисует. Интеллект того, кто рисует. Ну, я не знаю, как что у него в голове. Манек, ты знаешь, что у него в голове? Я отгадал одно, а ты что-то сделаешь? И нет рта. У Джаггера нет рта на маске. У Джаггера нет рта. Это Джаггер. 100%. Ну, какие еще есть варианты? Что чел личность меняет? Ну, это вряд ли. Или просто так просто, типа, маску надел? Личность ТБ, может быть? Не, это Пупей нарисовал. Да. Пупей. Ну, Пупей, ну что? Но он суппортом мог нарисовать. Но он лес любит фармить. Он по суппорту мог какой-то нарисовать. Чему может какой-то огармак? Ну, гранит, хотя подожди, нет, гранит, он стрелочку поставил, видишь, типа маска, скорее всего. Ну, типа он снимает маску, это Джаггер, какой еще маски есть? У Грима есть маска. Ну, Джаггер скорее побольше мне нравится, наверное. Но это не Виномансер? Да не. На котором он любит фармить. Не знаю, как будто Джаггер просто. Пускай будет Вич-доктор тогда. Какой Вич-доктор? А кто тогда? Это, ну а кто? Это что он делает? Он ест или он лицо на себя надевает? Не реально, знаю, непонятно. Нет, но он фигню какую-то делает. Ну так надо думать. Я и думаю, маска Вич-доктор. Маска Вич-доктор. Может, да. Это пудж вообще? Да нет, это вред. С маской мясника. Не. Ну ты быстрее думай, решайся. Я думаю, за Вич-доктор. Ты усложняешь, Ванек. Очень сильно усложняешь.
своими рассуждениями долгими. Все, хватит. Ну что, ну ты не можешь подумать как-то вот. Что он делает? Он одевает на себя что? Маску. Маску. Это ВИЧ-доктор. Или морфлинг. Нет, почему это ВИЧ-доктор? Потому что у ВИЧ-доктора маска есть. Какая маска у ВИЧ-доктора? Я точно не ВИЧ-доктор. Какая маска у ВИЧ-доктора? Не знаю, обычная маска. Каска. Там каска? Я не знаю, но я не могу. У меня только, на самом деле, у меня вот реально только морфлинг в голову приходит. То, что он копирует просто персонажа. Сайленсер. Как честный ответ? Да. Берешь борды правления? Да. Ладно, это Джаггер, все. Окончательный ответ, два. Да. Ну, тут наугад либо Грим, либо Джаггер. Хм. Джаггер самый, мне кажется. А это... Джаггернаут? Нет. И все, если подумают это, тупые. У меня Бэйн. А почему? Потому что. Есть такой фильм... Batman, там, Returns или что он там, я не помню, где Бэйн говорит, что он там сказал, что никто не знал, кто я, пока я не поставил маску в лицо. И его называют Бэйн. Так что вот, good luck. Good luck. Тот, кто, может быть, последний интернет-шоу смотрел, может быть, они поймут, что я делал очень много вот это Бэйн войс на там, на стриме. Кирилл пока что отгадывает последний два. Джаггер. Тоже отгадал. Эту не угадал. Не отгадал? Нет. Кто это? Это Бэйн. Угу. Угу. Ну, удачи всем, могу дать что-то Бэйн. Ну, вообще, Пупей на Бэйне недавно играл. Ну, Бэйн, у меня паблик на Бэйне засорил. Он купил линзу, короче, аганим и так просто так, почему солил. Тут Бэйн на картинке? Но это не Джаггер. А кто это? Бэйн. Маску для сна? Это маска для сна? Или что? Ладно. Это не Сайленсер. Это Бэйн. Почему я вам говорил, что это Пупей? Во-первых, Пупей часто пародирует Бэйна на официальных трансляциях. Во-вторых, я даже не знаю, что он с маской. Ну, с маской, как в Бэтмене Бэйн. И поэтому он загадал вот так вот Бэйна. А. У Бэйна даже ног нет, это же человек просто. Ладно, я... Бэйна из Бэтмена. Не, это не считается. Короче, ладно. Я просто увижу Климента, спрошу с него за Бэйна. Ничего не понял. Он молодец. Ничего не понял, поехали. Он молодец. Я коронку нарисую. Это то, что не вышло в эфир на Парагоне. Я повторю свой шедевр. Мне не жалко. Это год? Это год. Вот это на крысу похож, на Рики. Наверное, да. Ну или кто еще крыса в доте есть? А что слева? Не слева год. А зачем крыса? Слева это... Крысу нарисовал человек, просто мышь какой-то. Это что такое? Это мышь. Это крыса? Или паук это? Что это? Подожди. Это Рики, по-моему, очевидно, нет? Похож на крысу, четыре ноги. Это кто рисовал? Год. Год? Ну, наверное, Рики у меня тоже... Кажется, что это больше всего Рики. Ну, крыса. Ну, Рики. Это Broodmother. Слева. На самом деле, я, честно, вообще ноль понятия. Что тут и кто? Batrider. Блин, ну это легче, если что, чем искусственный интеллект, намного. Ну, тут интеллект, но не искусственный. И не интеллект. Крыса синяя. Синяя крыса. Может быть, Рики. Четыре ноги он уже просто так нарисовал. Может, это Бруда, типа крыса тоже. Только я крыса на Бруде со играет. Со смыслом. Ну, либо это какой-то герой, что я сомневаюсь, либо это, ну, это крыса. Так, значит, это Рики. Или Фурион через Уникров с изолятором. Какой Фурион? Ну, типа крыса Дота. 2023. Ну, а год какого года? Он мог там вспомнить былые времена, когда там Адмирал Бульдог. Там... Он же не Дахар. Да... Сразу это видно. Рики. Сразу видно, новая школа вот не знает, что раньше крыса это был Фурион, а не Рики. Когда ты вплитпушил. Когда ты крыса Доту играл. Это до игры было с ликвидами? Ликвид талон, когда заняло вроде. Да нет, там Бруда не на крысу, там было красиво все. Там ТП жбили. Усатый, видишь, это важно. Усатый. А, ну вообще смотри, как он нарисовал. Он нарисовал шляпу, усы. Ну, то есть, вот это что такое? Это как шляпа. Может, это вообще мипа? Шляпа. Мипа крыса? Это глаза, это
Не знаю, это фигня какая-то. Может, это Магнус? Типа, может, это Рок? Вот что вот это и вот это? Может, он кастует что-то, я не знаю. Это пиздец просто. Вы что-нибудь дали перед тем, как рисовать это? Ладно, вот у меня интуитивно вот это Рики, я не знаю. Ну, синяя крыса. Это либо Рики, но похоже на... Ладно, подсказка. Цвет влияет тут на что-то? Нет, вот смотри, вот все маркеры, 5 штук. Так. Вы тоже будете рисовать. Вот можно нарисовать любым из них. Ух, можно такую хуйню нарисовать. Я прям хочу. Я сейчас буду еще просто час сидеть, думать, что я нарисую, чтобы никто ничего не понял просто после вот этого. Ну это... Почему у него 8? У него 8 лап. Каких 8? Ну 4 здесь, 4 там должно быть, нет? Или он на этих вот так вот двигается? Ну да. Ну хорошо. Не 3D, да? Ладно, давай, короче. Рики, я хуй знаю. Ну ты решай, вот это Рики? Го Рики. Все, это Рики. Ну ладно, я готов на Рики. Я думаю, что... Рики, да. Или Фурион. Ну думайте. Давай Рики. Рики. Точно? Да. Уверенно. Подумайте еще, может? Нет. Все, там Бэтрайдер. Бэтрайдер, думаешь? Наш окончательный ответ. Да. 100%. Ну, а больше нету мыслей. Это розовая пантера. Что я бы не стал бы настолько сложно загадать. Ну что это? А что это? Ну не знаю, сороконожка какая-то. Неправда. Ну, ёшки-макарёшки, но розовая пантера. Нет, ну это из героев Доты, мы же героев Доту загадываем. Ну, из жопы факел. Ну смотри, тут... Это просто очень ледимый хвост. Но это Crystal Maiden в форме собаки. Надо было бы подумать. И кто это? Ну это личность. Это личность? Личность. В Доте? Да. Крыса. ЦМ-ка новая. ЦМ-ка. Это ЦМ-ка новая? Это он так ЦМ-ку нарисовал? Да. Ну, удачи людям отгадать, что это ЦМ-ка. Это там волк. Такой красивый, а не вот с усами. Ну, это не Бэтрайдер, скажу вам сразу. Это Crystal Maiden в Аркане. Че? Это вообще что такое? Это даже не Аркан, это личность. Личность, да. Это ужас. Это просто крыса какая-то. Это не Эрики. Это Бурдо. Это личность. Это личность? На героя, типа, личность? А, на ЦМ-ка? Да. Блядь, ну это сложно. До этого хоть додумаешься. У меня есть одна заготовка для таких. Чего вы издеваетесь? Я не издеваюсь. Это искусство. Ну что это за герой? Ну хорошо, да хочешь, я помогу людям. Чуть-чуть помогу людям, а то реально сложно может быть. О! Ну, ФНГ прикольно рисовал. Ну, это хотя бы выглядит так, типа, забавно. Это что, это висп, типа? Ну, это слишком легко для виспа. Какой-то недовольный чел красный. Вот с таким еще этим. Ртом не... заклеенным, непонятным. Может, ФНГ Акса просто нарисовал? Вот так? Просто красный маркер? Лицо просто? Ну, я не знаю просто. Ну, это его лицо, когда он против Акса с Вангвардом на 4-й, вот это вот. Так получается, это ФНГ, а не Акс. Да, это ФНГ. Красный чел. Ну смотри, виспа он не может нарисовать, цвета нет такого. Я так понял, тут... ну тут предметы такое не может быть, только герои личности, да? Сеты всякие. Дума, это может быть? Нет, может быть нарисовано все что угодно, главное, чтобы это был герой. А, спел может быть. Спел может быть? Да. Спел может быть? Что захотят. Понял. Главное, чтобы был смысл был в герое. Ну это тогда Silence, Global, наверное. Короче, Silence, Silencer. 100%? Ну... Может еще подумайте? Я не знаю, он типа пятерка, он играет на сайленсере, тут чел молчит, как будто. Типа это либо Global, либо третий спел сайленсера, тоже похож. Ну это сайленсер. Сайленсер, да. И справа это пудж. Не, ну справа точно пудж. Это пудж. И почему это пудж? Ты не видел усы пуджа? Есть шмотка такая. Это лицо пуджа. Ты Лукашенко. Там усы, как у Лукашенко, в этом вся и фишка. Ты, как дотер, должен был знать. Тут есть, типа, два, то есть есть это персона, он, типа, с завязанным ртом, если что, или усы Лукашенко. Разбирайтесь сами. Ставить. 100%? Да. Все гораздо проще. У него не заклеен рот. Это усы. Что не говорит? Ты думаешь, я сейчас правильный ответ скажу после этого? Я в ахуе просто. Не, ладно, тут на очках не заработали. Это вылитый просто пуч. Сайлинсер? 100%. Да. Нет. А кто это? Ну, это усы. Это усы? Да. Усы, два глаза. Лицо.
Ну, это каждый второй герой в Доте, мне кажется. Усы, два глаза, лицо. У каких героев есть усы? Ну, не знаю, Омника. У кого усы есть? Ну, это у него сет такой. А. Он большой, с усами. Фурион, Кунка. Мясо жрет. Пудж? Пудж. Пудж. Ну, второй вариант, что это пудж, это правильный ответ. Вы получаете еще один балл. И теперь вы разделяете первое место с Лукашей и Наивом. Вы обыграли Фишмана и Ватсона. Все, закругляемся, расходимся. Все. Я не могу с ним в одном кадре находиться. Пока, всем. Ребят, напишите свой фидбэк об этом выпуске в комментариях. Буду вам очень благодарен. А сейчас бонус специально для тех, кто досмотрел до конца. Если это будет Драгонайт, то это сгенерировано говяжье. Не-не-не, вообще не обращай на это внимания. Я говорю, я тоже 1000 раз проходил, я уже видосов 3 посмотрел. Какой же я гений, господи! Ладно, мы ты тоже гений. Я звонок другу. Да нельзя, я тебе серьезно 3 видоса смотрел, ну доверься. У тебя 0% винрейт. Ну вот, видишь, Кириллич, нужно доверие. На рекорд идем, будто с профи раз победим. Но я тебе как искусственный интеллект заявляю. Все.